По слухам, бой за временный пояс WBC в супер-среднем весе между Давидом Бенавидесом и Дмитриусом Андрейдом состоится 11 ноября в Лас-Вегасе. Якобы именно эту дату забронировали в PBC Эл Хейман. Всем привет, вы на канале Воин, и вы смотрите главные новости бокса последних дней. Погнали! На 31 декабря в Токио запланирована унификация во втором на легчайшем весе. В очной схватке сойдутся чемпион WBC мексиканец Хуан Франциско Эстрада и чемпион WBA японец Казута Йока. Интересно, что сразу же после этого в WBC разыграет временный пояс в этом весе. В очном поединке сойдутся Карлос Куадрос и Педро Гевара. Шакур Стивенсон и Эдвин де Лос Сантос договорились о бое. Поединок за вакантный титул WBC в легком весе состоится 16 ноября в Лас-Вегасе. Ранее Фрэнк Мартин отказался от поединка с Шакуром. Мейрим Нурсултанов проведет бой уже в следующем месяце. По информации источника, Нурсултанов выйдет в ринг в октябре. Место и соперник еще неизвестны. Однако уже в ближайшее время стоит ожидать официального анонса. Женебек Альмханулы отреагировал на высказывание Криса Юбинга-младшего об их потенциальном поединке. В интервью Криса спросили, был бы ему интересен бой с победителем противостояния Альмханулы с чемпионом IBF Винченцо Гуальтьери. Юбинг в ответ признался, что ничего не знает об упомянутых боксерах и не видел их поединков. Какого ответа вы ждали? Вы думаете, он скажет, что хочет сразиться с победителем? Он даже не знает, что у Головкина нет титулов. Это значит, что Юбинг просто не хочет драться. Думаю, он боится, это точно. Если бы мы подрались сейчас, я бы его нокаутировал в первом же раунде. Женебек Алимханулой в очередной раз бросил вызов Саулю Альваресу. Обязательный претендент на титул IBF в супертяжелом весе Филипп Оргович раскритиковал Александра Усика и Тайсона Фьюри за то, что они не смогли договориться о поединке. Это совершенно неуважительное отношение к боксу, ко всем. Очевидно, что Фьюри не хочет эту унификацию. И я не хочу, чтобы кто-то говорил мне про объединительный бой. Понятно же, что Фьюри его не хочет. У них было очень много времени, чтобы устроить унификацию. Они оба боятся потерять свой идеальный послужной список, так что мне плевать на это. Они показали огромное неуважение к боксу, к фанатам. Я просто хочу сказать, чтобы они следовали правилам и дрались с обязательными претендентами. Я в следующей очереди. Не будет никаких отступных. Ничто не помешает мне получить мой заслуженный шанс. Тедди Атлас назвал главную проблему Дмитрия Бивола. Бивол не может заполучить бой, потому что он, черт побери, очень хорош. И сражаясь с ним, вы не заработаете, потому что его просто никто не знает. Пройдитесь по улице и попытайте счастье. Попробуйте найти того, кто знает, кто такой Дмитрий Бивол. Удачи! Он потрясающий. На данный момент один из лучших бойцов в игре. Против Канело он выиграл, наверное, 11 раундов. Есть такие бойцы, которые умеют только одно – побеждать и боксировать на невероятном уровне. Но у них не обязательно есть харизма, а если ее нет, то кто захочет рисковать, сражаясь с таким опасным бойцом? Жан Касабуский выступил с заявлением после первого боя в США. 27 августа Касабуский провел бой с Эфи Аджагбой и был дисквалифицирован в 4-м раунде после удара ниже пояса. Всех приветствую, всем салам алейкум. В общем, хочу сказать, что мы дома. Чуть больше недели благополучно добрались. Потихоньку адаптируемся, привыкаем к часовому поясу, к своему климату. В общем, дома хорошо, своя еда, вода, и люди свои. И в первую очередь хочу сказать спасибо болельщикам, друзьям, близким, всем тем, кто переживал и поддерживал нас в этот период. До боя, после боя, всем от души рахмет. По поводу дальнейших событий, наших боксерских дел, в нашем случае, как они будут развиваться, чуть со временем сейчас появятся, думаю, какие-то новости, будет ясность. Ну а пока на тренировку, всем рахмет, удачи. Что вы думаете обо всем этом? Пишите в комментариях, буду рад вашим лайкам. И не забывайте подписываться на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся в следующих выпусках. Всем пока!